Ребят, если вам понравился, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте его. Ладно, давайте посмотрим топ-моменты с Твича, самый грустный инсайт. Ну, это про расставание Модестов. Кринж Чайхане, Егор Крид, Ванга. Ну, давайте. Что тут нам предлагают посмотреть? Топовые моменты. Злой. Злой, что делаем? Смотрим на тебя. Дружочек мой. На тебя смотрим. А что? Блядь, как вы... Ты уже смотрел игры кальмара? Кальмара. На Magic 5. Я уже посмотрела на стриме. Если смотрел, то как? Тебе напиши. Блядь! Еще. Накину сейчас, но мне пизда будет. Смотри, я его сейчас увезу. Не-не, давай накину. Давай, вот сюда. Блядь! Блядь, что это за пацан? Забей. Ну, блядь, мне сейчас чуваки скажут. Мне, прикиньте, мне начали угрожать люди. Ну, типа, настолько тупизм быдла ебаного зашел. Мне начали угрожать люди за то, что я разлюбил Ксюшу, блядь. Я разлюбил Ксюшу, нахуй. И я должен был жить вопреки своим чувствам, блядь. То, что, блядь, типа, и быть с ней дальше, блядь. Ты все разрушил, уебан. Ты что, тупой, нахуй, или что? Быдло ебаное, уебищное. Приезжай, я тебе за все поясню. Ты меня отпиздишь, но, блядь, я буду прав, уебище ебаное. Так, вот он, Родион Ебланыч. Сейчас, блядь, зачитаю, дубоёб ебаный. Андрей, ты гондон ебаный, нахуя ты так поступил? Запрещенное слово. Я твою мать ебал, обезьяна. Что тебе продырявили? Макака ебучая, подзалупа ебаная, сын шалава. Андрей, ты мудила конченый. Запрещенное слово не отъебанное. Ты хуже запрещенного слова. Пиздались. Я твоих родителей ебал, и всю твою семью. Единственное, что сейчас я боюсь, пиздец. Сейчас будет пиздец инсайд, ну, ребят. Ну да, уже жил несколько. Сейчас стоит заплакать даже. Очень сильно боюсь. На самолете лететь 24 числа. Я, у меня просто руки трясутся. Я не знаю, что с этим делать. Я просто ну, не справляюсь с этой хуйней. Ну, реально. Я готов на поезде каждый ебаный день ездить. Я не могу, блядь, летать на самолете. Ты пиздец. Эй, йоу, молодой киберспорт. Не, ну тут чел, конечно, был неправ, вот это если любишь, вопреки своих чувствам, живи дальше. А им что, блядь, по 50, по 70 лет уже, что ладно, уже разлюбил в 70 лет, ну уж кому ты уже нахуй нужен? Ты уже себе не особо там, ну нужен, конечно, но ну, не так. То уже можно посидеть несколько последних этих годочков. Спортсмен, играешь в CSGO, но в инвентаре у тебя один ширпотреб, так не пойдет. Нихуя чел пробивает. Нахуй учебу, блять. Вот это, блять, хорошо. Как тебе дрон? Теперь свободный самец. Никак. Я бы никогда в жизни не встречалась бы с стримером. Честно вам скажу. У меня всегда так, со школы. Мне в школе было стыдно, мне в садике стыдно было от мысли, что мне нравится какой-то мальчик с садика. Мне в школе было стыдно встречаться, например, с мальчиком со школы, особенно с одноклассником. Для меня это всегда был кринж. Мне стыдно было встречаться с мальчиком с тренировок. Не то, что стыдно, я считала, что это неинтересно. Зачем? Ну, кринж реально. Ебаный кринж, встречаться с тем, с кем ты постоянно можешь находиться там периодически всю жизнь какую-то, блядь, будешь все равно видеться с ним. Какое-то количество времени. То садик, то школа, то тренировки. Какая-то хуета, мне казалось, всегда. Так же, как и сейчас со стримерством. Понимаете? Не знаю, понимаете вы меня или нет, но для меня кринж встречаться со стримером. Ну, я уже так должна, наверное, влюбиться в стримера, чтобы встречаться с ним. Ну, это просто пиздец. Друзья, да, а вот встречаться. Ты еще и семью заводить. Какая-то хуйня, нет. Все-таки встречаться. Я рассказывала о том, что симпатия, когда симпатия проявляется вот в садике, я считала, что это кринж. Но как-то по-другому я считала, точно не слово кринж в садике думала. Ну, думаю, блядь, боже, фу, наверное. Как это? Мне мальчик нравится с садика. Как-то так даже неприятно, стыдно рассказать родителям, что садика мальчику это нравится. Ну, это вообще кринж. Ну, блин. Светит, блядь, у тебя голубое небо над головой. Ты в Москве. Ты идешь? Ребят,
себе. Круто же? Вообще. Вот, я типа иду, мне все хорошо, все весело. Люди пишут кринж. Два пальца на два кружка, где ключ, еблан. Понял? Блять, еще этот штатив ебаный. Ого, я ее сломал, сука. Ты че, блядь, насоветовал мне, еб... Просто нужно... У него, наверное, такая же сложная, не так, как у меня. У меня так сложно нажимается, нужно придавить, то не с первого раза получится. Что тут? Так, а сейчас мне встречаться с кем-то с одной планеты, это вообще кринж. Встречаться с тем, с кем ты... находишься на одной территории систематически, либо с тем человеком, который занимается тем же, что и ты. Ну, мне не хочется, мне не интересно изначально, понимаете, априори мне не интересно быть вместе с таким человеком. Я не говорю, что это кринж, блядь, для всех, и это объективно, нет, это субъективно. Только для меня. Потому что все пошло с первого какого-то вопроса про дрона. Тебе там дрон нравится, он уже самец свободный, все такое. Стрит по-моему слово априори. Боже, априори обычное слово. Просто я не знаю, как его заменить. Знаю это слово. Нельзя, блядь, сказать слово априори. Это вообще, блядь, бред какой-то. Успокойтесь. Если вы встречаетесь с кем-то из своей школы, с универа, вот в универе так же. Мне никто не нравился в универе вообще. Какая-то хуйта. Ну какие пацаны с универа? Ну что это за бред? Еще и гуманитария. Ладно, еще бы айтишника какого-то встретить, знаете, в универе. С какого-то другого корпуса. Ну плюс-минус норм. Но гуманитар... гуманитарный чел. Ну такое что-то, если честно. Ага, пиздец, помолчи, ноль локи. Ага, ну иди с папичем встречайся. Причем здесь папич? Причем же стример? Загрузка завершена. Ну да, логики ноль, согласна. У меня вообще мало где присутствует логика. Ну, в каких-то таких, знаете, субъективных моих вещах. Блять. Но с папичем, да, папич это другое. Ну как, что с ним встречаться, с этим папичем? По КД стримит, что с ним интересно. Потому что это папич. Ну да, было прикольно говорить, я встречаюсь с папичем. Папич. Все таки вау, ты с папичем встречаешься? Да, с папичем. Канал интересный, но не мой. Алиса, скажи, пожалуйста, свое мнение о канале Ватарлс. Резко отрицательно. Ба! Уебала, уебала! Чё, мясо хуело? Ой, блядь, у меня спина упала. Алиса, почему ты так хуёво ко мне относишься? Как можешь, так и подергайся. Где логика, хватит себя закапывать. Причем здесь закапывать? Смотрите, я вам объясняю, что вот у меня такое мнение. И я бы не встречалась со стримером, потому что изначально вот с садика у меня вот такое вот мнение сложилось. Это не значит, что это нормально или это ненормально. Или возьмите от меня такую хуйнюшку. Нет, просто скипните. Просто послушайте меня и скипните. Успокойтесь, блядь, при чём тут закапывать? Ну, да, я себя закапываю, потом такая, бам, ну да, вы правы, всё-таки мне может понравиться стример, и я буду с ним встречаться, что тут такого, и всё. Да нет, за хуйня какая-то. Ты пиздец в ритм, блядь. Блядь, как у меня нога чешется? У меня какая-то хуйня, кстати, повысыпала на ногах. Я вам сейчас покажу, может, что-то шарит. Смотрите. Что это? Видите? У меня все это чешется. Ахаха, да я просто вывожу тебя на эмоции, спокойствие, это шутка. Но мне сложно вывести на жесткие какие-то эмоции, особенно на стриме. Это рак? Блять, ну вы что, ебанулись? И оно мне так чешется, просто пиздец. Вот тут и тут. Ну тут не видно. Очень чешется все. И тут какая-то хуйнюшка у меня вылезла. Видите, точечки какие-то? Это что, реально какие-то глисты, блядь, у меня?
Крапивница? А что такое крапивница? Это от чего она берется? Что это такое вообще? Фотосимптомы? Да не-не-не, это не крапивница у меня, это другое что-то. Это точно другое. Блохи? Рил блохи? Клопы? Какие, блядь, клопы? Я постель поменяла. Ну а как прогуглить мое заболевание? Вши. Грибок. Лишай. Лишай. Как это лишай? Лишай. А почему именно на ногах? А не, ну это тоже не лишай. Хотя похоже на лишай. Да не, вроде не лишай. Хотя похоже на лишай, но это как будто не лишай. А что, откуда берутся лишаи вот эти? А как прогуглить? Откуда берутся лишаи? Шершень? Какой, блядь, шершень? Боже. Скинь ножки в ЛС, я врач. Псориаз? Псориаз. Что такое? Блядь, боже, мне можно просто написать, что такое псориаз? А, нет, это не псориаз. Хотя это похоже на псориаз. Блядь, тут такие страшные картинки. Ебануться, боже мой. Ну, это тут прям очень жесткие какие-то картинки. Я даже вам показывать не буду. Ну, вроде похоже, но вроде и нет. А как его лечить? Ты же понимаешь, что тебе тупо рандомные болячки пишут. Но они пишут, знаешь, не то, что супер такие рандомные, а те, которые похожи на мои вот эти следы на ногах. Ну, Рил, что ты такое, блядь? Что ты такое? И так чешется, ебануться, честно вам скажу. Я еще даже ноги не брею. Вот видите как. Надо идти к дерматологу, да. Стоп, просто. Ладно, смотрим. Блядь, ты спасибо. Стал вот так, блядь. Повелял жопой и все, блядь. Вот так сделал. Как-нибудь. Давай, погнал, блядь. Все. Ебал, блядь. Давай, блядь. Ебать, что ты за хуйню выбрал? Как ты это станцуешь, блядь? В смысле, это вообще изи танцует? Да, ну давай. Боже, что это? Это побои. Там меня никто не бьет. Никто не прикасается к моим ногам, ничего. Блять, лучше бы это танцевал. Все, хватит. Да нет, конечно, блядь. Не хотел, это кринж пол. Новая запись, подвал и шокер подсказка, нужно разобраться. I should look into it. А я ничего не вижу. Блять! Такая хата, что тут уже ничего не разъебешь, походу. О! А вот это GTA, скипаем GTA. Долбоёб. Так, долбоёб, давай, долбоёб. Давай, долбоёб. Давай, долбоёб, нахуй. Да, он показывает, что он способен. Страшно ходить здесь одному-то, блядь. О, блядь. Блядь, ты побежал, ты пизду, нахуй надо, блядь. Я один, блядь, не буду здесь ходить, нахуй надо, блядь. На стриме-то я дома, блядь. Самый первый, блядь. Ну когда тогда нахуй надо, блядь. Может на Тетрисе только играть? Блядь, ты, блядь. Сайта, на котором я заказывала. И там написано. Товара больше не существует, и продавец, типа, продавца тоже нет, все удалено. Ты знаешь эти четыре буквы, мэн? S-K-A-M! Знаешь, на кого ты похожа?
На Дашь корейку? Нет, на мамонта. Я в маске ходил. На мамонта. Хотя, ты же знаешь, да, что у тебя вебка? Пол головы видно. Нет. А я думал, это по новомодному, понял? Ща настрою, бля. Опять красная пролетела. Я хочу красную Нави, и все, я прошел игру. Давай-давай! Сюда, нахуй! Ебать! Сюда! Красную Нави! Алло! Я получаю, блядь. Алло, здравствуйте, алло! Можно, пожалуйста, алло, мне красную, золотую Нави? О. Сейчас пиво нахуярюсь, поим ко мне. Бля, не успел договорить, что ты меня. Лукум это все. Я уже крикнул за 5000, да я тоже крикнул за 5000, блядь. Давай сюда, пускай она. Позже не вернёт. Нет, он не вернёт. Он сейчас Кристине даст. Давай. Да верну, я тебе обещания даю, пацана. Он уже идёт. Официант! 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 Я рядом. Ой, прости. Ты скажи, что там не хватает того. Самые легкие деньги в моей жизни. Обзор на такси небольшой сделал. Вау! Здрасте. В жопе хуй, во рту моча. Я фанат головача. Отписывала флаю. Вытираю с морды сперму. Я фанат. Бля, ну... Вот это нормально. Вот это нормально, я считаю. Бля, прикиньте бы, если бы это были мои игры кальмары, я бы в каждый тазик просто налил бы спермы, блядь. И условие надо было, что надо проходить на руках, бля. И чел просто проходит руками, блядь, и падает в этот ящичек. И просто ртом мою сперму, блядь. Извини. Игрока не так много игр. Он, кстати, воду держит, заметили? Очень давно уже. Напиши Дену, что он манипулятор, почему? Бодя, что такое? Что случилось? Рассказывай. Почему этот дед манипулятор? Дед Камик дед? Или ты так Андрея называешь? Почему Камик манипулятор? Что он такого сказал? Это не дотры, конечно же, дота это сила. Дед Флай. Он манипулятор? Ну, посмотрим. Ну, не знаю, он не манипулировал, только тобой. Ты знаешь, слабое звено такое. Боже, блядь, я смогу успокоиться, когда ты нормально разговариваешь с людьми или нет? О, боже. Брал воды в рот и не просто не глотает. Интернетом герой, а его минрейт в матчмейкинге. Ждем, когда ты видишь? Не глотает, ты видишь? Мне кажется, он держит еще. Был на замене в этой команде, потому что у них... Блядь, ну чат вы пиздец. Нет, не смогу. Я, кстати, не смотрела этот выпуск. Рис варит. Вы знаете... Рис варит, я это слышала в ТикТоке. Вы знаете, что вот этого мальчика очень сильно расфорсили. В ТикТоке особенно все говорят, что он такой красавчик. Но он реально красавчик, такой высокий, красивенький, с собой. Бам, дотер. Миллионер. Конечно. Расфорсил такого мальчика. Мы из провинции, рукописник не эти принципы. Я стреляю вас призмами. На мне персик, красная птица. Глаза лет нужна, вся принца. Корни разные, танцы быстро. Черный край на мне амуниция. Как правильно, читбанат или чикенбургер? Блять, если ты сам не знаешь ответ на этот вопрос, то ты вообще долбоеб. Как правильно, читбанат или чикенбургер? Ну ты совсем, у тебя проблемы с головой, блять?